Международное сотрудничество. Губернатор региона Андрей Травников сегодня провел встречу с генеральным консулом Киргизии. С зарубежным гостем глава области обсудил планы на будущее. Для нас поддерживать отношения с Киргизской республикой важно. Новосибирская область в силу своего географического расположения, логистического значения, фактически в центре азиатской части страны и, как мы называем неофициально, торговые и транспортные ворота Сибири с южных направлений. Киргизия – важный торгово-экономический партнер Новосибирской области. Наш регион экспортирует в республику продовольственные и топливно-энергетические товары, а также металлы, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, продукцию химической и машиностроительной промышленности. Консул Киргизской республики отметил большой потенциал нашей области, важность взаимного стратегического партнерства и поздравил губернатора региона с высокой оценкой федеральных властей. Увидел вашу встречу президента Российской Федерации Владимира Путина, где он одобрил вашу кандидатуру, поддержал вашу кандидатуру в предстоящих выборах губернатора Новосибирской области. Тоже хочу пожелать, пользуясь очень успехом. Спасибо.